18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. История отечественных домов с экспонатами начинается с 1714 года, когда Петр I утвердил первый общедоступный государственный музей Кунсткамеру. А насколько сейчас для ульяновцев актуальны походы в кабинеты с редкостями? Ходите ли вы в музеи? Хожу в музеи. А как часто и в какой вы? Редко. А какой самый любимый музей у вас? Самый любимый музей, наверное, конечно, Краеведческий. А если в масштабах всей страны? Масштабы всей страны. Третьяковская галерея. Мне очень нравится туда ходить. Очень редко. Редко ходим. Ходите в музеи? Да. А какой ваш самый любимый музей в городе, может быть, в стране? Краеведческий какой же. Редко. А почему? Ну, не получается по времени. А скажите, пожалуйста, какой ваш самый любимый музей? Возможно, не только в Ульяновске, а в стране. Ну, мне нравится Краеведческий, особенно второй этаж, там картины красивые. Бывает такое, что хожу. Посещал музей Пластова, Краеведческий музей, наверное, только в университетское время. Художественный музей, да. Музей Гончарова тоже была. Вот. А какой у вас самый любимый музей, возможно, где-то не только в Ульяновске, а вообще в стране? В Петербурге Эрмитаж и Русский музей. Третьяковская галерея Москвы. Спасибо. Ой, Краеведческий давно был. Еще по молодости. Сейчас давно уже не были. А почему? Чем это обусловлено? Ну, мы за городом живем, так что вырываемся редко. В молодости еще студентка была, ходила. И потом уже закончила. И потом пенсионерка была, ходила. А вот года три уже не хожу. О, я недавно была, короче, в Москве. Палеонтологическом музее, там было очень здорово. Это вообще лучший музей, который я видел. Дарвинский музей, музейщик очень клевый. В Туле понравился оружейный музей очень. Там 5 этажей, оружие от древних веков, то есть до нашего времени. Было очень красиво. А в Ульяновске какой самый любимый музей? Ну, Краеведческий, в принципе, очень с детства, наверное, ходили в него. Интересный музей сам себе, очень большой в городе.